А что ты? Ты что еще? Хватит, хватит. Семена жидко не надо. Ну еще у вас тут. Да вот. Ты посмотри, как хорошо-то Володя сделал. Все ровненько, чистенько, аккуратненько. Вот какой ну, мастер. Я пройду туда. Смотри, как хорошо. Так ты успеешь на почту-то? Да, так они же до 8 работают. Они. Сейчас уже подплету, сейчас будем вот эти затыкать и все. Вот видишь, какие ручки у меня. Вот так хорошо. Роман пошел что-то там зубы там. По зубам. Вот эти разные, которые я напилил, подложишь под них, а остатки там занести у себя и положить на полку где. Я подложил, вот тут 3 штуки. Ну вот. Вот здесь вот. 3 штуки в одном месте? Да. Ну зачем же 3-то? А ну чтоб на кирпич. Кирпич. Ну как? На кирпич, чтобы 2 хватило, там много. Ну я 3 положил уже. Ничего, лишь не будет. Ну, а то опять перегорит и все. Да, ну что-то там выгибается. Ну что там все бесное? Что ты у тебя? Покажи, где ты там рисуешь. Ну, значит, это все без юбки у тебя ходит-то. Халат наделано. Она ну, при чем решала. Тут халат? Вон, видишь, не надо, при чем тут халат? Нет, ты вон видишь, что она там играла? Ну, а уйди, а какое отношение это имеет к тому, что играл? Пусть в платье играет. Ты не приучай к этому, чтобы она боялась. Володя, вот сюда зайди, отсюда глянь. Посмотри, кирпичи ровно лежат у тебя? Нет, не ровно. А почему? Ну ты сразу делай ровно. Ты 2 кирпича и в разные стороны. Вон тот торчит. Чего у тебя торчит-то вот этот вот? Ну этот вот так пошел. Поэтому. Вот она, вот этот у тебя идет. Вот сюда надо было туда. Да напрямую ты. Дай-ка палку какую-нибудь там. Ровную что-нибудь. Да я видел. Ну что-нибудь. Вот с правой стороны. Вот заходишь в комнату с правой стороны. Вот в углу сейчас стоит. Справа. Вот она. Да. Ну смотри, вот это у тебя недвижимое, а вот это движимое. Вот гляди. И вот сюда, вот гляди, куда выпал. На 3 кирпича и ты больше сантиметра, гляди. Ну? Да я видел это все. Ну так и ты видел, вот она видишь как. Возьми, подбей. Вот она собьется сейчас там. Да не имеет значения, подзабьется. Ну куда такой пузом выпер? Ну тот, смотри, положи, вот гляди. Вот она лежит на угол, вот здесь вот, вот я угол. И там она, то уже неподвижно, вот я ее упер. А это-то куда? Ну туда просто выравнивай. Да обратной стороной бей этой, этим ручкой. Вот так. Ну-ка, иди-ка. Все. Ну не все. Вон она сколько еще. Гляди, выбивай туда. У тебя нижние там это торчат. Вон на сколько. А тот еще выперся больше. Ну это не мой. Не мой. Это старый. Ну как-то надо сделать, чтобы попрямее хоть маленькое. Ну маленькое хотя бы. Пузом таким. Ну вот. Слава Богу. Так, а что случилось? Такая красивая. А кто ее так намазал? Она фломастером. Я говорю, ты зачем фломастером? Да я тебе лучше подкрашу. Ну то ты ее намазала-то. Ну конечно. Ну бабка какая-то шальная, я говорю, совсем. Вымазала ее как поросюшку. Зачем ты это делаешь-то? Ну сейчас мы поможем. Да ничего, тебе это смешно кажется. Дай просто. А смешного нету. Ты теряешь уважение всякое перед ней. Я сейчас приду тебе воды, тряпочку, пожалуйста. Да, мы вымоемся. Ну убери с дороги-то, ну убери с дороги-то. Да я Володе подала, чтобы да он дал. Да ты никому не подала. Так уходи отсюда. Ну уходи отсюда, я ее вымою. Ну ты видишь, сейчас я буду руки сейчас мыть тоже. Сразу бы не подумала, то ты с ума выжила бабка. Смотри, как еще сделала-то. Ей плаща-то уже нету. Это не игра никакая нет, а маразм какой-то. Ну, смотри, руки, главное, грязные, бац, раз, все. И даже нужды нету это. Если ты молишься Богу, так ты маленько-то чувствуешь, что тебе Бог позволяет делать. Нет. И у нее там идет дальше на шею везде. Так, намочи какую-нибудь тряпку, дай мне, я оботру. Нету, тряпку какую-нибудь найти надо. Вот, я пойду сейчас сделаю, ладно. Не гляди. Это вода пьют или еще вот это вот? Я не знаю. Я туда обмахну.
не пришел бы, ничего не знаю. Так, иди сюда, Гликерия, ко мне. Подожди. Вот так мы. Вот, уже получше стало. Шалобаха. Давай-ка. Не лезь, отойди от бабы, а то она тебе сейчас сомнет туда, в эту, в ведро с грязью. Такая девочка хорошая, и так она ее... Давай-ка тебе еще вот здесь губки вытру. Вот она как. Все. На, вытирай руки. Вытирай хорошо. Отойди от бабы. Она взяла маркером, вымазала руки. Говорю, ну, это, ее она вымазала, но не ты. Ты-то зачем? Грязью грязь выдавливаешь. Нельзя это делать. Даже в уме бы не приложил такое. Бац. А о себе заботиться еще не скажешь. Мой авторитет там. Так, под эту подложи что-нибудь. Мы верхний грязь сделали. Да, верхний грязь сделали. Володя, ты долго возишься на том месте. Клади старую, вторую половинку-то. Я еще двинуть, надо двинуть. Я примерил. Ты, положи сначала ее, посмотри, какой надо будет. А, Володя, нам нужно было сильно положить. И тогда бы кирпич тут. Нам бы не пришлось вот эти подкладывать. Может быть, уберем их. Или плита так. Вот эту вот, ты сейчас плиту как положишь. Вот эту, слышь, угольник там подними, вовремя, чтобы был. Клади. Вплотную. Пока ничего под них не надо. Все. Вот под ней вот здесь вот надо будет пластину подложить. Угу. Ну она тут закроет. Ну давай. Пластину вместе вот эти. Ну поднимай вот это. Вот этот конец надо приподнять ее. Здесь яма у тебя. Вот так вот идет. Надень его. Вот так, поднимай рукой. Выше, повыше. Так, середину подними. Все. Вот так вот, еще поднимай, она у тебя не выправлена. Вот так. Закладывай. Ты, когда все делаешь, ты обязательно мерочку делай. Гляди, давай-ка положим. Убери руку. Вот, смотри, гляди, вот я кладу, убери палец-то. Гляди, вот здесь вот я положил, видишь, какое? Здесь вот она вот плотно лежит. Значит, посередине вот здесь вот надо приподнять. Вот это выровнять с этой стороны. Все, быстренько подкладывай что-нибудь там. Сейчас ты напрасное время тратишь, клади под нее что-то. И щебеночки сравняешь, несколько щебеночек положи, а их тогда глиной ровно замажешь и получится. Все, там только магнитофон не надо трогать. Уже четвертый час. А ты найди еще нибудь, найди. Их полно здесь всяких. Да они тонкие. Тонкие. Ну, ты туда отсунь. Нету больше никаких. Ну. Да ты подальше вот здесь, сиди подальше вот так. На основном маленькая. Ну еще другие какие-то. Это она еще кастрюлю-то не поставит. Вот здесь у тебя лежат, там вытащи. Тут хоть какие наколоти. Вот это. Ну подними плиту-то. Все. Вот это, ага. Ты положи, чтобы она ложила, одна на обе ложилась. Что ты так делаешь-то? Вот так. Угу. Все. Вот здесь еще эти выходили. Ну и там, вот видишь, она где? Тут поднимай половинку. А вон те прутья куда хотели? Ну теперь ты уже не положишь, потом положишь. Прутья хотела, то она под ней будет, это чего не поставишь. Давай. Вот ты еще там и дыры не замазал. Ну ладно, все. Да, она тут. Ты тот конец ее подними, вон тот. Ну этот я понимаю, тот опускается у меня. У тебя там она под ней, то ничего нету. Тот дальний конец тоже можно под нее подложить, чтобы она не опускалась. Здесь высоко слишком. Ладно, оставляй на этом. Здесь нормально она. Ладно, нормально, все. Вот здесь только. То надо. Угольник подними, он у тебя низко опустился. Я его, потому что под, ну, все, ладно, я ладно. Его под кирпич затолкал. Ну ладно, ладно. Все, ну что стоишь-то? Все. Подкладывай щебеночки вот сюда и скорее замазывай. У тебя на одном месте все стоит. Там тут как раз и так высоко. Не надо вот сюда вот, да. Все. Теперь его подними, замажь все это и сразу положи угольник.
Не трожь. Ну-ну-ну, поднимай, поднимай. Замазывай. Ты одну положи, а потом вторую возьмешь, знаки, чтобы не сбить. А эту щебенушку-то намочи ее с этим в глину, толкни, опять на место положи, где она лежала. На это-то не поднимай выше края, столкни ее. Ну, она у меня так и лежала. А, так и лежала. Ну, под нее подложи или что тут. А вот это тогда натолкаешь щебенушки, когда плиту положишь их. Я думал, ты уже помылся, поел, а ты все на одном месте. Все, клади ее быстрее. На стройке везде это главное, чтобы ты было хорошо и скоро. Что, тебе никак не даст. Ну ладно. Все, закрывай кружками. Давай. А угольник тут был, куда он делся? Где он? Володя! Ну, покажи. Вон он ставит в стороне. Володя! А как ты его, этот угольник-то теперь поставишь сюда? Володя! Туда, куда он высунется? У тебя, ты для него-то не оставил места. Ну, вот здесь вот, вот этого надо убирать нам. Вот этого мы вставим. Ну, а как ты, почему его ты не подумал? Ну, я думаю, ее надо ставить, когда уже плита стоит, его же ставить. Ставь. Нет? Ставь, Шайка, уйди, лучше другой раз придешь сделать. Тебе надо сегодня выйти отсюда, иначе они в грязь и в ночь войдут. А ты подложил под плиту. Ты принеси угольник-то, поставь сейчас. Так мне надо под этот тоже это, глину-то подложить. Ну принеси. Подкладывай, подкладывай. А то он сейчас будет торопить и под глину забудет. Тебе тот угольник-то надо будет убрать, вон тот угольник. Туда она широкая, она, наверное, не войдет. А тот угольник не нужен там совсем. Ну ты узнаешь тогда как это, вот, вот выровнялось. Угодник тебе не поставить, он будет торчать. Просто клади его сверху плиты и как попало положи, но все равно, чтобы ушел сегодня отсюда. Четвертый час идет. А тут и кирпичей, и замазывать сколько еще. Тебе это не хватит, блин. Ты старайся больше глины не брать, тебе иначе не хватит. Первый блин, говорит, комом, так и печь. Но все равно же затопить, чтобы могла. Все, не дави больше. Клади быстрее угольник. Тот тебе надо будет, наверное, вытащить, иначе он у тебя вообще не подойдет. Угольник-то широченный. Клади поверх плиты. А зачем ты вырвал его? Чтоб уголок зашел. Ну а как он зайдет-то? Ну ставь. А-а-а. Покажи, как ты. Ну, я ничего не пойму. Как он у тебя войдет? Ага. Так. Так, закрепляю его. Да по нему ничего и не надо. Прибивай тут, она его выдернет все равно.
Печка это не стенка. Здесь все еще как топить будет. Настроение хозяйки влияет, на погоду, все, все влияет. Нормально, забиться. Так что надо? Забери кирпич, любым кирпичом ее двигай туда и все. Никогда на это не стой ты. Время много теряешь на это. Смотри, ты все поднимешь. Она плотная слишком. Так, ну подожди, гляну. Ну, ясно, что не идет. Она у тебя уже раскалывается. Да, все. Да, я говорю. Ну куда ж ты ее бьешь-то? Я же не вижу, что ты это колешь, она уже поднимает ее. Полочку так и не положил посередине этой. Нет, это зима, если бы не зима была, так это. Слушай, тут огнеупорный не нужен совсем. Зачем ты мучаешься? Бери любой кирпич. Спрячь, он сгодится потом куда-то этот огнеупорный-то. Ну, половинку какую-нибудь возьми, да, оттиши от нее. Ты поймешь, что твой муж сделал 40 лет. Вот один угольник, он у тебя там отстоит, у него там до печки не достает сколько. Это уже никакого значения не имеет. Ему главное, чтобы кирпичи убрать, чтобы вам ходить можно было затопить. Да. Вот что главное. А это что? Не, ломается. Я кастрюлю поставлю, она ухнет у меня. Я в кастрюлю сдвигаю, и что она? И здесь то же самое, и здесь. И что? Вот сюда надо бы вот так вот сдвинуть ее. Печку сдвинуть, да? Да вот эту, вот сюда вот. Это... Она не сдвинется, вон кирпичи-то лежат здесь. Она никуда не сдвинется у вас. Так, сейчас пока ему не мешай, не сбивай. Ты надень шапку, то у тебя много грязи будет. Вот представь, с какой скоростью мне приходилось делать не топку, а полностью всю печь, две печи за день. С фундамента. Больше не коли ее, толкай туда ее. Что бросил-то? Она как раз. А макни в глину и сунь туда, и на этом все и дальше замажешь. Видишь, у него опыта никакого нет, только начинает. Ему сейчас только слушаться надо. Толкай его туда. И глину больше не задевай даже, иначе тебе не хватит. Все, заталкивай. Все, подмажешь и на этом конец. Вплотную только к задвижке. Ну, там потом замазать надо будет. Иначе она там пойдет. О. Его надо было сюда подвинуть, потому что задвижка главная здесь, вплотную к задвижке. Вплотную. А там любой сунешь сбоку, никакой роли нет, даже глины. Главное, что задвижка будет двигаться, чтобы она не выдернула ее. Вот это вот. Все, она кверх ногами стоит. Ну ладно. Все. Все. Ты больше ничего не сделаешь. Прибивай здесь ты гвоздями-то. Войдут гвозди, нет? Не знаю. У тебя этих еще сколько надо? Они были на печке за... гвозди. Вы их куда-то убрали? На столе. Где у тебя эту трубку? Поставь пока. Так, я сейчас ножовку заберу отсюда. Капуль будет. Так, это внизу было. Так, туда вставь ее сначала. Вот так. Так, вставляй. Все. Все. Ничего больше не надо. Палку эту убирать. Вот, теперь там не задевай ничего. Постепенно как-нибудь там привяжешь, притянешь. Тебе главное убрать все, чтобы затопить могла немножко хотя бы сегодня. Погода нам содействует. Не знаю, даже забьется она, не забьется. Нет, конечно, там кирпич стоит. Она была это, нет, так, она пойдет или нет? Нет, не пойдет. Она, ты же видишь, в середину кирпича идет. Никак не, ничего не надо делать. Совершенно. Если потом сделаешь какой-нибудь, вот сюда вот забьешь его буквой Г, чтобы он держал, только и всего, и здесь. А тут не войдет, у тебя кирпич оказался. А там лежал как раз центр, ты середину кирпича никогда не забить, никогда, ни один гвоздь не пойдет.
Вот так, все. Потом надо, может быть, деревяшку забить, а в деревяшку его он один выскочит. Ты ничего не дергай, не лазь туда, не садись на это сверху. Ты вообще. Так, Володя, все понятно. Закрывай печку, скорее вставляйте. Затопляй, а кирпичи она сама уберет, подберет. Ага. У меня живот уже... Да носить не надо, я говорю, уберет, в сторону положит, а он утащит. Пусть утащит все, а мне еще замазывать, белить, еще мыть. А я уже не могу. А ты кирпичи буду таскать, не надо. Все убирайте, вы после себя всегда должны убрать. Топи поменьше, не жарьте ее круглосуточно, печку-то. Хорошо, я могу через день топить. Пальто надену, валенки надену, буду ходить. Ну вот, почему раньше-то это не делала? Сегодня бы тут не... Ну как же, в пальто буду и готовить, в пальто и в валенках буду ходить. Ну да. Хорошо, через день буду топить. Ну вон, пишут там где-то в Владивостоке, когда не было, то у них. Опускалось, говорит, до минус пяти, до минус трех, так и спали с ребятишками. Ничего. А тут один день, ты гонишь, 30 градусов у тебя все время. Да уж куда там. Только не сделай, чтобы она не до конца была. Щебенушками, чем угодно. Бумагой натолкай туда этой грязь с грязью. И Гридерию буду одевать в пальто и валенки. Где у тебя валенки? Надо сказать, чтобы принес братка валенки. Взяла ее, выпачкала. Иди на... быстренько надень сарафанчик, тебе говорю. Обмакивай, скорее. Ты сохрани, чтобы глины хватило у тебя. Ставить эти, остальное потом сделаешь. Скорее, толкай там что угодно сбоку. Бумагу какую-нибудь нам намажь, возьми у нее бумаги, он полно, любую. Ну только чтобы она пролезла туда. Я показывал как. Возьми нож в руки, туда заталкивай. И она не горит ничего, главное, плотно держит. Что один кирпич пузом вылазит, его сразу не заставили, ну и пускай так. Замазывай там эти большие, которые щели. Я вот когда печку делал, я знаю, вот до обеда у меня должно быть так. Если хоть на один ряд я меньше сделал, я сразу быстренько просматриваю, где я мог ошибиться. То есть, время потратил. У тебя вот здесь оно, работа шла медленнее, примерно в 10 раз по норме. Так, замазал там, теперь следующее бери. Все. Вот эти кирпичи все эти, которые не нужны, вот эти, вынеси где-нибудь к стенке здесь, положи, они могут сгодиться. А колонашевый там, у нее под окном тут можешь сложить в сторону. А лучше туда вынести, где там новые у нас эти кладки. Ну все тогда. Пошел я. С Богом. Давай, скорее, приходи. Уже 4 часа без 15, все.